Аломи Продукционес представляет. Алехандро Ласкано, Алехандро де ла Мадрид, Герардо Альбаран, Себастьян Легардо в фильме «Буря страстей», а также Ванесса Теркес по роману Лусии и Руриты. Авторы сценария Хорхе Чернов, Сильвана Агирре, Рейнальдо Аренас и другие. Художественный редактор Жан-Карло Порше. Композитор Кристиан Монтойя. Оператор Джан-Карло Пас. Продюсер и режиссер Джимми Артеага. Мне долго пришлось тебя убеждать. В ближайшие часы станет ясно, отдам ли я тебя Исабель, чтобы ты благословил ее на брак со мной, или Педро, чтобы он закончил начатое в Сан-Хулиане. На этот раз я сдержу слово и передам тебе Педро. Рано радуешься. Надо встретиться. Хоть сейчас. Я выполню твои условия. Это правильное решение. Нам будет хорошо вместе. Не надо поясничать. Речь о спасении человека. Герардо, нужна трансплантация костного мозга. Отпусти Альберто. Даже я буду тебе благодарна. Даже ты? Что это значит? А ты не понимаешь. Без операции он умрет. Я все понимаю. Мне жаль, что мальчику так не повезло. Но у меня есть свои мечты, желания, потребности. Я до смерти хочу тебя. Не сравнивай себя с ним. Я прошу о сострадании. Мое сердце тоже молит тебя об этом. Я страдаю, Исабель. Ты не хочешь унять мою боль. Я не иду тебе навстречу. Ты бессердечный. Я романтик. Влюбленный. Маурисио, не играй со мной. Игры закончились. Ладно. Я готова с тобой встретиться. Не ищите объяснения этому чуду. Господь спас их обоих. Наконец-то наша судьба изменится. Я бы не спешила так радоваться. Они считают себя сыновьями Педро. Да, причем Герардо вернулся в особняк Педро. Но как это возможно? Не знаю. Но Герман уверяет, что Герардо от него не отходит. Мы должны объяснить им, что их отец не Педро. Мы уже пытались. Но только на словах. У нас появились новые данные. Знаете, кто подменил анализы ДНК в первый раз? Феликс. Феликс? И что теперь делать? Исабель? Да, с Хорхе и Лусилой. В больнице? Я передам. Да, конечно. Подожди. Почему она в больнице? Маурисио Миранда. Только этот негодяй мог передать Педро подробные данные о нашем финансовом положении.
Ты намекаешь, что среди нас есть шпион? Судя по всему, так оно и есть. Педро обещал отследить каждый сентаво из того, что мне дал. Ситуация вышла из-под контроля. В ближайшее время Педро доберется и до меня. Послушай, никто не заставит меня изменить мои планы. Мы добьемся своего. Алло. Как тебе мой подарок? Будь ты проклят. Зря ты так со мной. Ты усвоил, что со мной шутки плохие? Маурисио. Надо встретиться. Не сейчас. У меня есть гораздо более важные дела. Я жду Исабель. Я не настолько наивен, чтобы в это поверить. Это чистейшая правда. Я умею убеждать женщин. Альберто – сильный аргумент. При чем тут он? Он наживка, чтобы подманить Исабель. Не играй со мной. А я люблю поиграть в кошки-мышки. Это доставляет мне удовольствие. Выясни, что там случилось. Педро не стал бы стрелять в родного сына. Они ссорились, и вдруг раздался выстрел. Черт! Мне нужна ясность. Зачем? У меня дочь от него. У Педро не дрогнула рука убить сына. Нет, нет. Ты переживаешь не за Исабель. Ты привыкла думать только о себе. Так было всегда. Я не понимаю, о чем ты. Исабель нельзя оставаться в этом доме. Я ей объясню. Ты спятил? Нет, я в своем уме. Мне стыдно перед дочкой. Она не любит Феликса, но вышла за него. Ради ребенка. Ей больше незачем выполнять приказы Педро. К тому же здесь ей грозит опасность. Не вздумай ей рассказывать. Педро не позволит ей бросить родную мать. Ты просила меня о ней позаботиться. Да, но не забывать меня. Я ее не отпущу. Опомнись. Ты не авторитет для дочери. Не уходи, Герман. Вернись, мерзавец. Ты не понимаешь. Педро не потерпит возражений. Ни от кого. Он на все способен, даже вытолкнуть меня из окна. У него рука не дрогнет. Ты знаешь. Герардо болен. Что с ним? Лейкемия. О, Боже. В какой больнице? Святого Хоакина. Едем. Я с вами. Единственный шанс его спасти – это найти Альберто для трансплантации. Но где его искать? Он не вернется. Маурисио знает, где он. Ты же не веришь Маурисио. Иначе нам не спасти Герардо. Я поеду к Маурисио. Исабель, ты уверена, что Маурисио сказал правду? Он отъявленный лгун. Может быть. Но ты меня не переубедишь. Я должна попытаться. Всего хорошего. Тебе нельзя ехать одной, я с тобой. Спасибо, тетя. Но одной мне будет проще. Исабель, привези его поскорее. Спаси моего Герардо. Не бойся. Мы все для этого сделаем. Я привезу сюда Альберто. Роза! Роза! Черт бы ее побрал. Я слушаю. Что творится в доме? Мне нужно вниз. Причем желательно своими ногами. Сеньор Педро в кабинете. Вне себя от ярости. Сеньора, поезжайте в полицию. Скорее. В полицию? Да, скажите им, что это сеньор Педро выкинул вас из окна. Только попробуй кому-то разболтать. Педро в ярости. Он прихлопнет тебя одной левой.
И хватит болтать ерунду. Вези меня вниз. Меня достало это кресло. Живее! Дурные вести. Какие? Герарду нужна операция, а донором может быть Альберто. Исабель помчалась к Маурисио. Что? Но зачем? Она спятила. Ее опять придется спасать. Мне нужен Феликс. Этот хмырь. Зачем? Чтобы найти Маурисио Миранду. Мой сын признал, что я его отец. Почему? Твой псевдопапаша от тебя отказался? Или твоя мать открыла тебе правду? Я узнал правду, согласившись на анализ ДНК. Отлично. Все твои сомнения испарились. Согласись, твоя мать сломала жизнь всем нам. Мне, тебе, брату. Теперь ты будешь ненавидеть ее так же, как и я. Лусила лишила меня семейного счастья. Она восстановила против меня моих сыновей. Надо выпить. Убери оружие. Я чуть не убил тебя, когда узнал, что ты убийца моего отца. Но побоялся взять на душу грех отца-убийства. И что теперь? Теперь не боишься? Я твой отец. Ты выстрелишь в свою плоть и кровь? Ты мне не отец. В нас течет разная кровь. Результаты экспертизы подделаны. Ничто мне не мешает убить тебя. Я не могу их простить. Герардо будет наказан, как и Альберто. Они восстали против родного отца. Никто не убедит меня, что они не мои дети. И если кто-то подменил результаты, то кто? Кому выгодно, чтобы я поверил в ложь? Из-за усилий я четверть века искал моих детей. Если они не от меня, ей не жить. Исабель, какая радость. Я уже предвкушаю то, что нас ждет. Я приехала сюда ради Альберто. Не груби мне. Мы должны подружиться. Постарайся. Герардо умирает. Ему нужна помощь брата. А мои нужды? Я отдам тебе Альберто, а ты отдашься мне. Маурисио, ради всего святого. Ты просишь о невозможном. Вот видишь, ты не даешь мне ни единого шанса. Герардо умрет, как и Альберто. Что? Я отдам Альберто твоему отцу, и Педро тут же его прикончит. Чего тебе? Ступай. Я слышала шум, выстрелы. В чем дело? Дело в том, что у кого-то слишком длинный нос. Не груби мне, я волнуюсь. Доверься мне. Я же просил тебя не соваться. Бойся, Розы. У меня есть дела поважнее, чем судьба служанки. Она знает, что случилось той ночью. И собирается пойти в полицию, рассказать, кто выкинул меня из окна. Убеди ее этого не делать. Иначе отправишься в дурдом к своей доченьке. Что я могу сделать? Это не мои проблемы.
Разбирайся сама, а меня оставь в покое. Мне жаль, что мы никак не можем понять друг друга. Последствия твоего отказа камнем лягут на твою совесть. Нет, постой. Я сделаю это. Только отведи меня к Альберто. Отлично. Ты об этом не пожалеешь. Пойдем? Ты мне нужен. А ты мне нет. Где скрывается Маурисио Миранда? Маурисио? А я тут при чем? Феликс, Исабель поехала к Маурисио, чтобы найти Альберто. Не болтай ерунды. Идиот. Я хочу с тобой по-хорошему. Если ты против, я скажу Педро, что ты подделал результаты ДНК. Это вранье. Ты уже забыл Салли? Фернандо, как Герардо. Плохо. А где он? В палате с ним Кристина. Только все наладилось, и снова трагедия. Его спасет пересадка костного мозга, а донором может быть только Альберто. Мы не можем с ним связаться. Миранда знает, где ваш сын. Откуда? Не знаю, но Исабель позвонила ему и помчалась навстречу в надежде найти Альберто. Маурисио что-нибудь попросит взамен. Это уж точно. Но тут все средства хороши. Иначе Герардо... Ого! Вся шайка предателей в сборе. Чего тебе? Хочу поболтать с Герардо. Он настаивает на том, что он не мой сын. Альберто! 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 Вот он. Альберто, любимый, очнись. Он спит. Ему не до тебя. Альберто! Довольно. Ты его видела? Теперь исполни обещанное. Послушай меня. Я готов слушать только о том, где тебе больше хочется расположиться. Прямо тут, рядом с ним, или снимем другой номер? Сначала мы должны отвезти Альберто в больницу. Его брат умирает. Я тоже умру, если не получу тебя. Или мне позвонить Педро, сообщить о нем. Твое сердечко подскажет тебе правильное решение. Герардо. Кристина. Я же просил тебя уехать, забыть меня. Я не в силах. Без тебя мне нет счастья. Я скоро умру. Судьба не подарила мне ни счастья, нет, ни возможности отомстить. Жизнь на смарку. Все обойдется, вот увидишь. Любовь моя, не сдавайся. Борись изо всех сил, борись за свою жизнь. Нет у меня сил. Выполни мою просьбу. Когда я умру, прости меня за то, что я отказался от тебя. Ты не умрешь. Даю слово, ты скоро поправишься. И мне не за что тебя прощать. Я люблю тебя. И всегда любил. Я тебя тоже.
Герардо. Герардо. Любимый, не оставляй меня. Герардо. Герардо. Очнись. Любовь моя, только не умирай. Я умоляю тебя. Кто-нибудь. Человек умирает. Любимый, продержись еще немного. Готовьте электрошок и укол в сердечную мышцу. Подождите в коридоре. Спасите его. Умоляю вас. Уберите ее. Приступаем. Давайте. Еще заряд. Выполни обещанное, или Альберто окажется в руках у Педро. Отойди. Спокойно. Расслабься. Тебе будет хорошо со мной. Ты сам видишь, я не могу. Что ж. Оба брата погибнут по твоей вине. Ты что? Я должен сообщить Педро, что сын нашелся. Не надо. Я попробую. Ты не пожалеешь. Я сделаю из тебя настоящую женщину. Позволь мне побыть с ним 5 минут. Мы так не договаривались. Ты получишь свое. Сделай мне одолжение. Я всего лишь хочу с ним попрощаться. А потом я в твоем полном распоряжении. Ладно. Одна минута. Припоминаешь? Салли, медсестра, что за деньги подделала результаты. Сообщить время и место. Фабиан, ты заговариваешься. Ты представляешь, что с тобой сделает Педро за то, что ты подтасовал документы? Где мне искать Маурисио Миранду? Ты уверен в том, что ты их отец? С чего ты взял, что документы были кем-то подменены? Я точно об этом знаю, хоть и не имею отношения к этой фальшивке. Я тебе не верю. Эта шлюха не в первый раз меня обманывает. Не смей ее оскорблять. Держи себя в руках. Подумай о Герардо. Нет. Правда важнее. Я не уйду, пока все не выясню. Тогда давай сначала сдадим кровь на анализ. Что с тобой? А ты здесь откуда? Герардо умирает. Врачи пытаются оживить его электрошоком, но надежды мало. Дай побольше напряжения, попробуй еще. Это не по инструкции. Теперь все средства хороши. Давай. Готовы? Давай. Ток. Еще раз. Пульс. 60. Состояние стабилизировалось. Но если не сделать операцию, у него останется пара дней. Наконец-то ты станешь моей. А вместе с тобой мне отойдет все состояние Кастильо. Я был щедрым с тобой. Оцени это. Не может быть. Чего тебе? Есть важные вести.
Где тебя найти? Прости, но я занят тут с твоей женой. Что за бред? Исабель ждет меня в спальне, не могу говорить. Я покажу ей, что такое настоящий мужчина. Свидание придется отложить. У меня к тебе срочное дело. А мне плевать, я ее очень хочу. Речь о бриллиантах. Или ты потерял к ним интерес? Что тебе известно о бриллиантах? Больше, чем ты думаешь. Это не телефонный разговор. Хочешь их получить? Приходи на старое место. Не вздумай меня провести. Ну что? Где Исабель? В отеле. А он едет сюда. Отлично. Педро останется в неведении. Подожди. Что мне сказать Маурисио? Придумай что-нибудь. Ты же опытный сказочник. Удачи. Альберто, любовь моя, пожалуйста, очнись. Твой брат в больнице, ему грозит смерть. Альберто. Какое, однако, хамство. С ним такая женщина, а он спит. Что ты с ним сделал? Я просто дал ему снотворное. Он не хотел вести себя тихо. Скотина. С другими, да. Но с тобой я сама сердечность. Ты можешь и дальше наслаждаться обществом спящего красавца. Во что ты играешь? Ни во что. Тебе не терпится оказаться у меня в объятиях, но у меня нарисовалось одно дельце. Это ненадолго. Нас с тобой ждет волшебная, незабываемая ночь. Доктор, как мой сын? Сейчас мы его вытащили. Но спасет его лишь срочная операция. Можно к нему? Нет, пока нельзя. Ему нужно спать. Мы делаем, что можем. Но если донор не появится в ближайшие полчаса, мы его не спасем. Я пойду. Мы сделаем анализ прямо сейчас. Если он мой сын, я стану донором. Нет, Педро. Врачи сказали, что только один человек может спасти Герардо. Его брат. Ты с ума сошла? Альберто умер. Нет, сеньор. Приезжайте за ним. Все наши надежды только на него. Никто не выйдет отсюда, пока я не узнаю правду. Ты не стал меня слушать. Если Роза заговорит, у нас будут проблемы. Если Герман, Исабель, выяснит, что я обвинила Сесилию, чтобы спасти тебя, нам конец. Эта тварь должна молчать. Я лично это обеспечу. Но как? Что? Ты боишься правды? Ты потеряешь не только детей, но и право на состояние Лусилы. Я согласился на экспертизу не потому, что сомневаюсь в том, кто их отец. Это заставит тебя отступить. Если первый анализ был подделан, ты об этом пожалеешь. И парни тоже будут жалеть, что выжили. Только тронь их, и ты будешь иметь дело со мной. Я не боюсь мертвецов, Сальдивар. А ты покойник. Господа, прошу за мной. У вас сейчас же возьмут кровь на анализ. Пресвятая Дева. Умоляю, не дай ему умереть. Господи,
Возьми мою жизнь, но не забирай его. Господи, яви чудо. Помоги Альберто вовремя добраться. Без Альберто у Герардо нет надежды. Изабель? Я с тобой. Где я? Меня привез Маурисио. Зачем? Я не знаю деталей. Главное, ты жив. Вставай скорее, он скоро вернется. Он запер меня здесь. Вколол какую-то гадость. Забудь об этом. Ты должен спасти Герардо. Он умирает. Почему? Я тебе все объясню по дороге. Пойдем. Помоги мне. Осторожно. Помоги. Маурисио. Марио, это ты? Ты живой? Как ты узнал? Фабиан рассказал Феликса, где тебя искать. Я обаял дежурную по этажу и получил ключ. Феликс? А при чем тут он? Изабель, все разговоры потом. Скоро вернется Маурисио. Да, ты прав. Помоги мне. Где ты? Я уже четверть часа тебя жду. Извини, у меня изменились планы. Я не приду. Ты осознаешь, что говоришь? Я подарил тебе жизнь в обмен на твое верное служение. Маурисио, я привык командовать, а не подчиняться. Немедленно отвечай, где мои брюлики? Я не играю. Честно говоря, понятия не имею. Я преследовал свой личный интерес. Защищал свою женушку. Ты подписал себе смертный приговор. Наконец-то мы уже заждались. Я задержался. У вас взяли кровь? Да. Завтра будут готовы результаты, и тогда все сомнения отпадут. Я боюсь радоваться. Когда Педро узнает правду, он всех нас прикончит. Он угрожал мне, но я поставил его на место. Сынок, давай попросим защиты у полицейских. Если полицейские здесь такие же, как в Сан-Хулиане, то они сделают вид, что оглохли, когда услышат фамилию Кастильо. Хорхе, что нам делать? Герардо здесь легкая мишень. Даю тебе слово, что никто не тронет ни тебя, ни моих детей. Вы моя семья. И я готов отдать за вас свою жизнь. Привет. Как Герардо? Его только что вытащили с того света. Изабель нашла Альберто. Да, и скоро они будут здесь. Не может быть. Меня провели. Феликс, тебе конец. Я устрою тебе ад на земле. Ты будешь кровавыми слезами умываться, пока не сдохнешь. Хватит ходить кругами, они едут. Они здесь. Альберто. Сынок, я уже не чаяла тебя увидеть. Альберто, слава богу, ты живой. Изабель сказала, что Герардо болен. Да, он умрет без тебя. Бога ради, спаси его. Не наседай на него, лучше все объясни. У твоего брата лейкемия в последней стадии. Его спасет лишь пересадка костного мозга. Чем я могу помочь? Я бегу за доктором. Изабель чудом тебя нашла. Я не верю своим глазам. Не стройте иллюзий.
Я вернулся ради Герардо, но после операции снова уеду. Ты опять за свое. Зря ты так. Ты еще многого не знаешь. Я знаю достаточно. Мне не нужен отец вроде Педро дель Кастильо. Альберто, он не отец тебе. Кто-то подменил заключение. Педро и Хорхе повторно сдали кровь. Завтра будет ответ. Это правда? И я не сын грязного преступника? Завтра у тебя не останется в этом сомнений. Доктор, вот донор. Я на все готов, чтобы спасти брата. Операционная свободна, прошу за мной. Нельзя терять ни минуты. Сынок, удачи тебе. Все будет хорошо. Пока. Спасибо тебе. И если Герардо выживет, то лишь благодаря вам с Альберто. Где же Кристина? Она передумала. Не хочет возвращаться. Хватит лить слезы. Мануэль уже везет ее к тебе. А где Кристина? Прости, тетя. Я долго караулил ее возле дома, но тщетно. Она поклялась, что приедет. Значит, передумала. Мы ей не нужны. Кристина не из таких. Но столица изменила ее. Она не хочет меня видеть. И никогда не простит мне мою ложь. Хватит, хватит убиваться и поносить Кристину. Если она не вернулась, значит, так надо. И не теряйте надежду. Руфина, у меня нет сил. Через 3 дня будут судить Антонио. Он и так опустил руки, а без Кристины он вовсе перестанет бороться. Маурисио Миранда? Что происходит? Soñado con verte partir.